Да вообще жопа. Очень много. Я слышал, что у вас в модели сейчас я слышал. Я тебе говорю, у нас очень много 200-х, 300-х и МС. И очень много зубов, да? Понимаешь, я еле как сегодня сам выбрался, отвечаю. Просто еле как выбрался. Я, короче, ну, все, я приеду в Алейск, я служить не буду, все. Я честно бы, я увольняться буду. Ну нафиг. После такого, что я повидал, не все. Я верю, Стас, я верю тебе, я у меня все, в психике все уже. Сам понимаешь, у меня все. Я верю, ну ты крепись. Не знаю, когда домой поедете, хрен его знает. Не знаю, она все уже, машины все сгорели, короче, наши, все. Нету вообще. Только не машина перебила вас, да? Да, не говори никому еще, пожалуйста, ничего, все. Я, конечно, никому не скажу. Командира моего, который, помнишь, ты видел, у которого этого? Ну, 200-й. Убила я, да, его? Да, я, короче, это, повез его, короче, мне сказали, типа, я или как улиц, то повез его. Ну, короче, довезли до этого, и все, а там утонул, не смогли. Все, понял, Стась, я. Короче, очень много. У нас, короче, с роты, я не знаю, там вообще мам. У нас наша рота хоть все живые? Не все, я тебе говорю, какой с нашей, я тебе говорю, вон, уже столько уже, я не знаю, в батальоне уже, половины батальона уже нет, все, 200-й, все. Ох, нихера себе. Там просто, я сегодня, короче, лежу, короче, в окопе сегодня. Это как в фильме ужасов говорю. Да я понял тебя, конечно, я верю, Стас, верю тебе. Ну крепись как-то, ну как-то я не знаю. Я выживал как мог, я выжил. Пацаны только что остались, надо, я не знаю, что там, когда их там выберут. Я говорю, я все. Никто мне сидит. Да хотя бы на границу вас, ну хотя бы отдохнуть, если бы вот вместе с тобой я больше не пойду. Только до России доберусь, все, я не пойду. Я отказываюсь, все, я не пойду. Мне вообще пофиг, я не пойду.